Здравствуйте! Сейчас будет практика для начинающих. Присаживаемся с прямой спиной, отстраиваем ровное положение спины от копчика до самой макушки. Сделаем несколько глубоких выдохов и вдохов. Вдох начинается снизу живота, затем наполняется грудной отдел и приподнимается ключица. Выдох в обратном порядке. Во время практики постарайтесь оставить все посторонние мысли, сосредоточьтесь только на выполняемых упражнениях. И делаем разминку шеи. С выдохом опускаем голову подбородком к груди. Вдох, запрокидываем голову назад. Задерживаем голову посередине и делаем повороты головой вправо и влево. С выдохом поворачиваем голову в одну сторону, возвращаем, выдох в другую сторону. Задерживаем голову посередине и делаем наклоны головой, ушами к плечам. Задерживаем голову в центре. С выдохом опускаем голову подбородком к груди. И вращаем по часовой стрелке. Выдох, голова назад, вдох, возвращается вперед. Задерживаем голову внизу и вращаем в другую сторону. Постепенно заканчиваем. Собираем руки над головой и вытягиваемся руками замочком от себя вверх. Опускаем правую руку вниз и вытягиваем левый бок. Взгляд из-под плеча вверх. Если позволяет гибкость, правую руку предплечьем можно опустить на землю полностью. Ровное, спокойное дыхание. Постепенно возвращаемся. Симметричное вытяжение вверх. Теперь опускаем левую руку на землю, вытягиваем правую сторону туловища, взгляд из-под плеча вверх. Также, если пробовали, опускайте предплечье
на землю. Аккуратно возвращаемся. Симметричное вытяжение вверх. Далее короткое простирание. Аккуратно возвращаемся. Далее динамическая проработка спины, грудного отдела и поясничного. С выдохом скругляем спину, делая вдох, легкий прогиб, запрогидываем слегка голову назад. Постепенно заканчиваем, расплетаем ноги. Я сейчас голеностоп буду разминать. Присаживаемся в ваджрасану, отталкиваемся возле середины голени руками и, накатываясь на стопы ног, начинаем их постепенно нагружать. Небольшая фиксация, приподняли ноги и, если возможно, отпустили руки и сложили намасте возле груди. Не обязательно поднимать ноги высоко, достаточно приподнять на несколько сантиметров. Аккуратно возвращаемся. А теперь поднимаемся в положение стоя. Отстраиваем положение тадасана. Стопы обхватывают коврик, стопы вместе. Копчик доворачиваем слегка вперед. Раскрываем грудь. Плечи можно отвести руками назад. Большие пальцы собираем в кулаки и тянемся руками вниз. Макушкой вытягиваемся вверх. Правую ногу оставляем на коврике, левую прижимаем к груди. Несколько движений голеностопом вверх-вниз, вправо-влево, по кругу в одну сторону, затем в другую. Захватываем большой палец левой ноги левой рукой и вытягиваем ногу вперед. Если не получается, ногу можно оставлять присогнутой. Правая рука на бедре, либо вытянута в сторону. Отводим левую ногу в сторону.
И укладываем левую ногу в позу дерева, в рикшасана. Руки собираем намасте перед грудью. Если это положение кажется легким, собираем над головой. Чтобы лучше удерживать баланс, захватите неподвижную точку перед собой взглядом. Продолжаем тянуться макушкой вверх. Опускаем руки, захватываем левую ногу за голень и прижимаем колени друг к другу. Далее опускаем корпус ниже, оттягиваем левую ногу назад, правую руку вытягиваем вперед. Аккуратно возвращаемся, захватываем правую, руки поднимаем, руки собираем над головой, вытягиваемся вверх, захватываем запястье правой руки и легкий наклон в левую сторону, взгляд из-под плеча вверх. Делаем это упражнение на другую сторону. Аккуратно возвращаемся. Отстраиваем снова тадасану. Стопы вместе. Копчик довернут вперед, плечи назад, макушкой тянемся вверх, руками вниз. Левая нога опорная, правую прижимаем к груди и разминаем голеностоп. Также вверх-вниз, вправо-влево, вращаем в одну сторону, затем в другую. Захватываем большой палец правой ноги и вытягиваем правую ногу вперед. Левая рука на бедре, либо вытягиваем ее в сторону. Отводим правую ногу в сторону. И укладываем ее в позу дерева, прижимая стопу к левому бедру. Руки в намасте перед грудью,
либо собираем над головой. Опускаем руки, захватываем правую ногу за голень и собираем колени вместе. Делаем легкий наклон вперед, отводим правую ногу, оттягиваем ее назад и левую руку утягиваем вперед. Постепенно заканчиваем. Собираем руки над головой. Симметричное вытяжение. Затем присаживаемся в уткатасану. Делаем импровизированный стул, на который мы присели. Аккуратно приподнимаемся и наклон вперед. Собираем руки в локтевой замок и расслабляемся. Далее призгибаем ноги в коленях, прижимаем живот к бедрам, захватываем руками ноги и стараемся их выпрямить, не отрывая корпус от бедер. Я подниматься, наверное, больше не буду. Вот, я сейчас прямой упор, потом виньясы и всякие стоячие, такие, типа воинов. Подожди, постой тут. Угу. Ставим руки перед собой на коврик и аккуратно отшагиваем ногами назад, отстраиваем позу планки, прямой упор, руки под плечами, пальцы широко расставлены, от макушки до пяток старайтесь отстроить одну прямую линию. Далее выходим в нижний упор, собака мордой вверх, снова нижний упор и отстраиваем собаку мордой вниз. В этом положении руки и ноги находятся на параллельных прямых на одной линии.
и делаем правой ногой под шаг вперед. Приподнимаемся, отстраиваем позу воина, вирабхадрасану. Правая нога смотрит четко вперед, левая довернута под 45 градусов в сторону. Присаживаемся пониже, таз развернут вперед, руки в стороны, большие пальцы в кулаках, взгляд слегка вверх. На несколько секунд присели пониже. Приподнимаемся. Шаг между ног можно уменьшить. Руки поднимаем вверх. И с выдохом опускаемся к прямой правой ноге. Руки можно положить на голень, либо на коврик, в зависимости от вашей гибкости. Постарайтесь максимально расслабить переднюю ногу и больше вес перенести в руки. Аккуратно расслабляем нагрузку и левую руку оставляем внизу, правую поднимаем вверх. Аккуратно опускаем правую руку, приподнимаемся, предплечье правой руки ставим на правое бедро, шаг можно сделать слегка пошире и накрываем себя левой рукой сверху, взгляд из-под плеча вверх, постараемся отстроить одну прямую линию от пальцев левой руки до левой пятки. Если это положение кажется легким, чуть сильнее продавливаем таз вниз и опускаем правую руку на коврик. Опускаем правую руку круговым движением. Опускаемся на левое колено. Отстраиваем перпендикуляр между левым бедром и плоскостью коврика, и правой голенью. Вытягиваемся левой рукой вверх и заводим ее за правое бедро. Скрутка вправо, руки положение намасте перед грудью. Если это положение кажется легким, выпрямляем левую ногу, приподнимаясь от коврика. Опускаем ногу, раскручиваемся и выполним динамическое упражнение на проработку задней поверхности правой ноги. Приподнимаемся в позу бегуна, затем откатываемся в позу полутреугольника. Вдох, бегун, выдох, полутреугольник.
задерживаемся в позе бегуна. Стараемся чуть сильнее нагрузить правую ногу. И с выдохом откатываемся в полутреугольник. Задерживаемся в этом положении подольше, стараясь максимально расслабить вытягиваемую ногу. Постепенно заканчиваем. Отводим правую ногу назад. Отстраиваем перпендикулярное положение бедер по отношению к коврику и выполняем шейно-грудной прогиб, оставляя бедра перпендикулярны коврику. Стараемся опустить вниз сначала лоб, затем подбородок и, если возможно, грудь. Аккуратно приподнимаемся. В качестве компенсации выполним короткое простирание. Выходим из этого положения, принимая прямой упор. Руки под плечами. От макушки до пяток стараемся отстроить одну прямую линию. Далее делаем виньясу животом вниз. Нижний упор. Собака мордой вверх. Затем снова нижний упор. И собака мордой вниз. Делаем подшаг левой ногой вперед и отстраиваем исходное положение для вирабхадрасаны. Левую ногу присгибаем, правая довернута под 45 градусов вперед, таз развернут, руки в сторону. На несколько секунд присели пониже, приподнимаемся, шаг можно слегка уменьшить, со вдохом руки поднимаем вверх, с выдохом опускаемся плавно руками на голень, если это довольно комфортно, стараемся опуститься немного ниже на коврик. Правую руку оставляем внизу, левую поднимаем вверх.
Опускаем левую руку вниз и аккуратно приподнимаемся. Шаг можно сделать слегка пошире. Левое предплечье опускаем на левое бедро. Правой рукой накрываем себя сверху. Взгляд из-под плеча вверх. Отстраиваем одну прямую линию от кисти правой руки до пятки. Если положение кажется очень комфортным, продавите таз ниже и опустите левую руку на коврик. С выдохом опускаем правую руку вниз, опускаем правое колено, отстраиваем перпендикулярно правое бедро и левую голень коврику. Правую руку поднимаем вверх, с выдохом заводим правый локоть за левое бедро. Руки намасте перед грудью. Если это положение кажется легким, отрываем правую ногу от коврика. Глубокое ровное дыхание животом. Постепенно заканчиваем, опускаем правую ногу и раскручиваемся. Сделаем несколько динамических упражнений на эту сторону. Принимаем положение бегуна и с выдохом откатываемся в полутреугольник. Вдох, бегун, напрягаем переднюю ногу. Выдох, полутреугольник. Задержимся в положении бегуна. Напрягаем переднюю ногу. И с выдохом полутреугольник. Расслабляем левую ногу. Аккуратно выходим из этого положения, отводим левую ногу назад, приподнимаемся, отстраиваем перпендикулярно поверхности бедер и выполним уштрасану, позу верблюда. Для этого руками отталкиваемся от поясницы и делаем легкий прогиб. В прогибе постарайтесь не заламывать позвоночник, а именно вытягивать его. Не допускайте дискомфортов. Если это положение кажется легким, опустите кисти рук на пятки. Если это положение кажется вам легким, опустите стопы на подъем и также захватите руками пятки.
аккуратным, симметричным движением выходите из этой асаны. Не допускайте скруток. Далее принимаем позу прямого упора. Делая виньясу животом вниз, выходим в позу горки. Правой ногой делаем подшаг вперед, разворачиваемся в вашу левую сторону. Присаживаемся слегка пониже, сгибаем ноги в коленях. Постарайтесь отстроить колени и стопы направленными в одну сторону. Упираемся руками в бедра и делаем легкие перекаты вправо и влево. Зафиксировали по центру корпус, поднимаем руки над головой и задерживаемся в этом положении на некоторое время. На несколько секунд присели пониже. Приподнимаемся. Опускаем руки. Поставьте стопы тыльными сторонами параллельно друг другу. Опускаем корпус параллельно земле. Руки собираем в намасте перед грудью. И задерживаемся в этом положении на некоторое время. Если это положение кажется легким, вытягиваем руки в сторону. С очередным выдохом левую руку опускаем на землю, правую при этом поднимаем вверх. Опускаем правую руку вниз, поднимаем вверх левую. Опускаем левую руку. Захватываем себя руками за голени и стараемся притянуть чуть сильнее коврику. Постепенно заканчиваем. Ставим руки под грудью и разводим ноги слегка пошире.
до вашего комфортного состояния, но так, чтобы чувствовалась нагрузка. Если таз опустился довольно низко, можете поставить предплечье на землю. Аккуратно приподнимаемся. В качестве компенсации выполним гамукхасану. Выходим в это положение. В этом положении таз у нас находится на коврике. Правая нога находится сверху левой. Колени друг под другом. Если это положение кажется тяжелым, правую ногу можно поднять выше и оставить в таком положении. Если возможно, левую ногу отводим дальше назад и опускаем колено ближе к левому. В этом положении правую руку вытягиваем вверх, левую за спину и делаем замочек из рук. Раскрепощаем руки. Вытягиваем правую ногу вперед. Левую ставим стопой возле бедра. Отстраиваем прямой позвоночник. Правая нога в тонусе. Макушкой вытягиваемся вверх и выполним подготовку. Левой рукой отталкиваемся от левого бедра и делаем легкую скрутку вправо. Левой рукой захватываем стопу правой ноги, затем правой рукой захватываем стопу, вытягиваем позвоночник, тянемся макушкой вдоль позвоночного столба и с выдохом стараемся живот опустить ближе к бедру. В крайнем положении задерживаемся на несколько секунд. С выдохом выходим из этого положения. Правую ногу стопой заводим за левое колено. Вытягиваемся макушкой вверх и левое плечо заводим за правое колено. Скрутка вправо. В этом положении глубокое дыхание животом. Постарайтесь отстроить прямое положение спины, не накатываясь и не опираясь на правую руку.
Аккуратно раскручиваемся. Выпрямляем правую ногу, выпрямляем левую. Отстраиваем положение дандасаны. Позвоночный столб прямой, макушкой тянемся вверх. Руками слегка отталкиваемся от коврика. И еще сильнее выпрямляем позвоночник. Затем опускаем. Проконтролируем, чтобы седалищные кости находились на коврике. Вытягиваемся руками вверх. И с выдохом стараемся захватить себя за голени, либо за стопы. Тянемся животом к бедрам. Позвоночник прямой. И если возможно, с очередным выдохом стараемся опустить себя еще ниже. Находимся в этом положении еще некоторое время. Аккуратно приподнимаемся. В качестве компенсации выполним позу стола. Руки ставим возле таза. Приподнимаем ноги и тянемся животом вверх. Аккуратно опускаемся, оставляем колени согнутыми и выполним упражнение для раскрытия плечевого отдела. Руки ладошками заводим под мышки, коленями стараемся локти протянуть поближе друг к другу. Аккуратно раскрепощаем руки. Перекатываемся через стопы ног. Выходим в положение прямого упора. И через виньясу животом вниз выходим в собаку мордой вниз. Левой ногой делаем подшаг вперед, разворачиваемся в вашу правую сторону. Пригибаем ноги в коленях, упираемся руками в бедра и сделаем небольшую скрутку. Правой рукой чуть сильнее отталкиваемся от правого бедра, взгляд поднимаем влево. Отпускаем правое плечо, сильнее отталкиваемся теперь левой рукой,
возвращаемся в центр, собираем руки над головой и делаем несколько динамических движений вверх-вниз. Легкие плавные движения. Напоминаю, что колени и стопы направлены в одну сторону. Задерживаемся в нижнем положении, вытягиваемся макушкой вверх, ноги ногами расталкиваем коврик в разные стороны. На несколько секунд присели пониже. Аккуратно приподнимаемся, опускаем руки, стопы доворачиваем тыльной стороной параллельно друг другу, опускаем корпус перпендикулярно поверхности земли, руки в сторону, либо вперед. На несколько секунд сильнее потянулись руками вверх и вперед. И аккуратно расслабляемся. Захватываем руками голени и стараемся чуть сильнее провернуться в тазобедренных суставах, прижать живот ближе к бедрам. Аккуратно приподнимаемся, руки ставим под грудью и стараемся ноги развести пошире. Подготовка к самоконасане. Опускаем ноги до вашего предельного уровня. И если это положение кажется вам комфортным, таз опустился довольно низко, ставьте предплечье на коврик. Аккуратно приподнимаемся. И в качестве компенсации выполним гамукхасану на другую сторону.
Опускаем таз на коврик. Стараемся одно колено расположить над другим. Левую руку поднимаем вверх. Заводим правую руку за спину. И, если возможно, делаем замочек из рук за спиной. Аккуратно раскрепощаем руки. Выпрямляем левую ногу вперед. Правую стопой ставим возле левого бедра. Вытягиваемся макушкой вверх. Левая нога в тонусе. Правой рукой отталкиваемся от правого бедра. Делаем легкую скрутку влево. Стараемся чуть сильнее раскрыть правый тазобедренный сустав. Затем правой рукой захватываем левую стопу, затем захватываем левой рукой левую стопу, отстраиваем прямой позвоночник и стараемся животом опуститься ниже к бедру. Аккуратно приподнимаемся, заводим левую стопу за правое бедро. Проконтролируем, чтобы таз находился на коврике. Вытягиваемся макушкой вверх. Вытягиваем правую руку вверх. И с выдохом заводим за правое колено. Скрутка влево. Глубокое дыхание животом. Левой рукой мы слегка усиливаем скрутку. Она не является опорой. Аккуратно раскручиваемся с выдохом. Выпрямляем ноги. Отталкиваясь руками от коврика, выпрямляем позвоночный столб, вытягиваем его. Стараемся сделать более ровным. Опускаемся. Руками вытягиваемся вверх, с выдохом захватываем либо голени, либо стопы. Отстраиваем положение прямого позвоночника. С очередным выдохом тянемся животом к бедрам. В конечном положении постарайтесь максимально расслабиться и глубоко продышать.
аккуратно раскрепощаемся. Присаживаемся в начало коврика. Ложимся на спину. И плавным полукувырком забрасываем ноги за голову. Если возможно, руки собираем в замок за спиной и замком тянемся от себя. Далее делаем чашу из рук. В эту чашу опускаем таз и приподнимаем ноги. Выходим в положение Випарита Карани. Корпус стараемся отстроить под 45 градусов коврику. Из положения Випарита Карани выходим в Сарвангасану. Руки ставим под лопатки. Выпрямляем корпус вверх и вытягиваемся ногами к небу. Напоминаю, что вес должен быть на плечах, не допускайте дискомфорта в шее. Из положения сарвангасаны опускаем ноги за голову в халасану и аккуратно раскладываем корпус по коврику. Постарайтесь это сделать как можно медленней, опуская позвонок за позвонком. Не спеша. Выходим в положение шавасаны. Руки и ноги расставляем под 30 градусов от туловища. Руки ладошками вверх. В шавасане постарайтесь максимально расслабиться. Прикройте глаза. И направляя свое внимание в различные части тела, с выдохом расслабляйте их. Пошевелите и расслабьте стопы ног, голени, колени, бедра, таз. Расслабьте кисти рук, запястья, предплечья. Локти, плечи и лопатки. Пройдитесь вниманием по позвоночнику и расслабьте все его отделы. Расслабьте живот, грудь, шею. Расслабьте мышцы лица, подбородок, губы, щеки, глаза, лоб. С очередным выдохом ваше тело полностью расслаблено. Не открывая глаз, постепенно перенесите свое внимание в тело, пошевелите кистями рук,
стопами ног. Вытяньте руки за голову и вытяньтесь, как после пробуждения. И еще раз расслабьтесь. Прижмите бедра к животу и обнимите руками колени. Сделайте несколько мягких перекатов вправо-влево, вперед-назад. И с очередным перекатом присаживайтесь в положении с прямой спиной. Глаза пока можно не открывать. Вытяньтесь макушкой вверх. Пройдитесь вниманием по своему телу, по всем его частям. Дыхание ровное, спокойное, глубокое. Руки по задней крайней траектории собираем над головой. Опускаем намасте груди. И посвящая плоды от этой практики своим родным, близким, друзьям и всем живым существам, пропоем троекратно мантру ом. Глубокий вдох. Наклон вперед, короткое простирание. Аккуратно возвращаемся. Я всех благодарю за то, что сумели позаниматься йогой, за то, что изменили себя и свою энергию. До новых встреч!